Прекрасное начало сезона, и, конечно же, они будут продолжать неуклонно идти к цели звания чемпиона. И интересно посмотреть, как они отыграют оставшиеся матчи. Морейра Мариньо. Потерял он мяч, но кому он достанется? Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Это может быть опасно. Атака остановлена, но кто получит мяч? Не прошла эта передача мяч у соперника. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Тут может что-то получиться. Защитник хорошо выбирает позицию и снимает этот нарез. Туда. С такими защитниками забить будет нелегко. Здесь защита справляется, мяч отобран. Очередная потеря. Феррен. Агуэр. Свисток штрафной. Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Отличный отбор, но кому-то останется мяч. Отличный момент. Левандовский. Такой важный гол. Благодаря ему они сумели выйти вперед. Прицельно он пробил верхний угол ворот. И вратарь уже ничего не смог понять. Минимальное преимущество одной из команд в этом момент. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Хорошее владение мячом перед штрафной площадью, но пора бы и обострить. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Немного поторопился вне игры. Это может быть опасно. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Нарушение и штрафной удар. Неплохо. Это момент! Гол! Смотрите,
таких моментах много решает первое касание. Здесь и техника не подвела, ну и траектория, конечно, была. Он с мячом, он продолжает накручивать одного за другим. И этот штрафной может быть очень опасным. Надежно играет защитник, атака прервана. Это может быть опасная атака. Защита надежно играет, мяч отобран. Потерял он мяч, но кому он достанется? Сыграно-то точно, а вот стоило. Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Ошибся с передачи, и мяч ушел за пределы поля. Санчес. Блестяще он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Левандовский. И это удар! Гол! Мяч в сетке! Первый гол добавил ему уверенности, и он забивает второй. Оформляет таким образом кубок. 3-0, это уже серьезно. Удар! Опасно! Защита справляется. Агуэр. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Завершено. Второй тайм начался, и по итогам первого преимущество громадное, но в футболе все. Это может быть опасно. Угловой удар назначает арбитр. Отличный удар. Блистательно сыграл вратарь в этом эпизоде. Это угловой. И как опасно пробил. Мяч снова развернулся с воротами. Команде никак не удается сократить отставание. В этот раз почти получилось. Время и силы еще есть. И главное прибавить в точку. Левандовский. Похоже, они решили поиграть вдвоем.
Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? У нас угловой. Левандовский. И я подозреваю, что этот промах его прилично расстроил. Но он сегодня же на хит-трик должен идти. Конечно, ему пока обидно. Такие передачи растягивают, разрывают оборону соперника. Хорошая фланговая атака намечалась, но удалось защитнику ее прервать. Продолжают владеть мячом очень долго, пора бы уже как-то обострять. И как пробил! Ого! Ловит мяч голкипер. Слушай, ну да, играет сегодня этот парень, конечно, не очень, но вот прям так, чтобы удивляться. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Все верно, края надо чаще задействовать. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? Еще много времени до конца матча, 30 минут. Еще один прекрасный пас в его исполнении. Такие передачи придают атакам остроты. Удар по воротам. Санчес. Эффектный пас. Точно в ноги партнер. Вот это удар. Удар, сейв. Неудачно отбивает он мяч. Сыграно-то точно, а вот стоило. Напрашивался этот пас. Через центр сложно пройти. Это может быть опасно. Здесь защита справляется. Мяч отобран. Владеют мячом и ждут, когда предоставится возможность сделать хорошую передачу. Заброс вперед. Это может быть опасная атака. Отличный кросс. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Агуэр. Тут может что-то получиться. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. И в разрез. Шикарно. Выбивает вратарь мяч подальше из штрафной. Опасно. Он уже видел мяч в сетке, но защитник заблокировал удар. Морейра Мариньо. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Похоже, что встречу команды просто доигрывают. Счет говорит сам за себя. Ударище просто! Очень перспективный момент. Тучи сгущаются. Скоро ли грянет, так сказать, гром? Пока что сохраняется комфортный перевес, но моменты возникают регулярно, один за другим. Основное время матча заканчивается через 9 минут. Но это тот случай, когда полевой игрок может взять мяч руками. Буфон. Отлично сыграно, надо решать. Атака прервана, мяч улетел. Атака продолжается, судья дает играть.
Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Красиво сыграно, как эффектно. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Буффон. Хороший удар, опасно. Удар. Блокирует он удар соперника. Самоотверженно сыграно. Вот мяча из аута. Сразу же соперник. Отличный удар. Великолепный гол. Еще один великолепный гол. И он подытоживает преимущество одной из команд. Ну что сказать. Голище. Вот интересно, а что делали в этом эпизоде защитники? 4-0. Ну это разгром. Как и ожидалось, особых проблем сегодня хозяева не испытали. Да, очень комфортно. Я бы даже сказал, уютно играть для хозяев. Левандовский. Пока неплохо. Явное превосходство одной из команд. 4 безответных мяча. Забито, матч окончен.